и только волшебная палочка, если этого проклятого волшебника, может меня расколдовать. И может помочь мне перестать. Все время плакать. Вот вы смеетесь, а я плачу. А давайте поможем. И все время роняю, и спотыкаюсь. И все у меня валится из рук. Ну вот давайте так вот поможем. Нет. А почему нет? Неужели вы хотите, чтобы я и дальше не мог есть конфеты? Да, они плохие для меня. Для тебя. А, да. А как мы конфеты будем находить? А почему? Чтоб... Я их так люблю. Мороженое. Иди, вот. Иди в супермаркет. А если... Я не могу их съесть. А я могу их купить. Я могу их съесть. Я их куплю и буду сидеть. У тебя что, нету зуб? А почему? Нет, у меня нету зуб. Я проклят. Как только я пытаюсь съесть конфету, она у меня превращается во рту в кусок кирпича. Ну, раз вы не хотите помочь. Я не могу есть. Я хочу! Хотите помочь? Да! Вот, если мы сможем найти этого чертового волшебника и забрать его палку, вот, то у него, наверное, это еще есть и конфеты. Ну, можем надеяться. Тогда, чтобы... Если это время, тогда возьмем конфеты. А чтобы найти, тогда нужно задание выполнить. А, нет! Кто тут умеет танцевать? Надо сначала найти волшебника. Как мы можем найти волшебника? Я умею, но я стесняюсь. Вот, я не знаю, ты кто? Ты? Я у нас фея. Ты фея. Ты умеешь колдовать. Ну да. Ты можешь своим колдовством рассказать нам. Рассказать нам, как нам найти этого волшебника. Да. Танцевать надо. Танцевать? Так. Нет! Как вы умеете танцевать? Я тренер. Показывай. Я вот тоже могу. Нет, такого нельзя. Видишь, я теперь падаю все время, я не могу танцевать. Нет? А какое надо? Вот. Вон, один вижу. А все остальные? Я так не вижу. Так, покажите мне. Ну, помогите мне, научите меня тоже танцевать. Эй, я тебя научу. Тут вот, получается. Это что? Это бог. Это бог. А все вместе? Я не... Тогда я не скажу, говорят, что у волшебника есть уязвимое место. Если перед ним танцевать, он должен будет танцевать тоже. И так его можно победить, потому что у него есть много заклинаний, и мы его без этого мы его никак не можем. Он всех превратит в жаб. Чел, проходи сюда! Он всех нас превратит в жабу. Или улетит. Я не жаба! Или улетит куда-нибудь на голубом вертолете. Кто его знает? Кто его знает? Здесь будем, давайте. Как вы тут группой умеете танцевать? Ты умеешь танцевать? Я умею. Да, ты слышишь? Я не умею танцевать. Мама, на ручку, да? Да. Да! Да, это надо делать. Я бы давай. Лишь бы ну, все вместе. Он был почти одинок, потому что он был. Я смогу показать дорогу только когда все танцуют. А то забуду. Давай, я трех устал.
его проклятие. Проклятый волшебник меня плохо. Я все время все роняю. Не могу есть сладко. You are, as they say in Japanese, fucked from the head down to the knees. I am sorry to inform you, you are fundamentally fucked. But people will forget as time goes by. Ой, сохраняй. I don't think you understand by far how completely fucked you are. Я все роняю. Я бумажку держи. Ай! Держу! Так, это карта. Что за карта? Ты выдал, ее вообще нельзя соединить. Эту карту нужно соединить. Так. Как мы... А это я не знаю, я не смог. А где остальные части карты? Остальные вот что есть, то есть. No, recycling center. О, я знаю. Смотри, о, я знаю. Нет. Да что такое? А что, может, тут не все части? Это надо сюда, думаю. Это нужно сюда. Так, а это куда? А это? Нет. Это какое-то... Это... Может быть, тут не хватает каких-то частей карты, а? А может... Слушай, я думаю, что тут не хватает частей карты. Нам нужно карту он точно соединял перед тем, как вы пришли. Нам нужно. А нам нужно. Я улетела, да, и второй раз я уже не могу. Слушай, нам нужно найти недостающие части. Эти можно? Тоже. Вначале эти соединить надо. Где угодно. А козлы я сам вижу. Кто за мной? Однажды под танцем компанию послали тусить в Трансильванию. Но где-то под небом Румынии в тумане заплутал самолет. Оставив машину с пилотами, они пробирались болотами с вампирами, ведьмами. А зачем избивать доброго человека? Почему у него кем уплат? А спросить, кто он такой? Кто ты у нас такой? Диско, диско, партизани. А еще? Диско, диско, партизани. Может быть? Он не может. Дерево! Может быть, ты вы раз была права? Кем? Он растение! 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 Это у нас дерево похоже на человека, значит, дух дерева. Ты дух дерева? Ну, вы, может быть, знаете это как Н или как Леший. Я не знаю, как... Дух дерева! Дух дерева! Мы тут ищем карту. Тут кусок хватает. Ты не видел части карты? У тебя что-то для нас есть? А что у тебя есть для нас? Ну, покажи. Покажи. Помога. Отрывайся под румынский бит. Это вот это. А что это, ребят? Телефон! Что это из-за инструмента? Вот туда! Компас! Это мальчика! А что такое? Нам нужно его выиграть. Да блин! А как надо? Как надо? Что нам надо сделать? А ты обезьяна! Слон! Ау! Какую? Вот это, делаем вот так.
Для ушка. Для рыба. Рыба. А, рыба. Так ты рыба. Все, угадали, давай карту. А какая ты рыба? Давай, давай. Ищем рыбу. Опа, а вы знаете, мультик? Ищем рыбу. Какую рыбу ищем? Нима! Нима! Угадываем карту опять. А! Вон есть стол! Вот на столе! Так, вот стол, давайте карту. Да, да, не давай мне, я его уроню сейчас. Дай карту. Так, кладем на стол. Кладем на стол. Кладемся на стол. Эй! Ой, смотри! Здесь номеры! Ну, если ты считаешь, что тебе эти номера помогут. Это три. Дай, волшебное слово, быстро. Иди мне. Дай, принеси, пожалуйста, сюда кусочек карты. Так, давайте мы... Это три и это пять. А, вот. Тут я уже вижу, как они соединяются. Окей. А может быть, одну на другую надо положить? Ну вот. А ты знаешь, у кого-нибудь может быть еще одна карта есть? Говорят, тут неподалеку живет тролль. Он собирает весь мусор, который находит. Может быть, тролля надо найти? Нам надо подойти к тролле. Я буду нести карту. А ты кому компас? По компасу. Кто тут пришел? Кто пришел? А я король! Я король! Я боюсь пройти по мосту. И вот эти вот не мешают. Поможете мне брать это все. О, я! Молодец! Окей. Давай!
go! Lynx! 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 Я не боюсь! Я не боюсь! А! Я никого не боюсь! Я же всех боюсь! Что, простите, угодно! Я же не боюсь! Простите, что хотите! Карты! Карты? Сейчас поищу по моим карманам! У меня может быть где-то... Кто карту будет брать? О! Карта! Саму! Мне! Берите! Спасибо! А вы спасли мне жизнь! Вы помогли мне! Спасибо! Рады были! Да, да! Красивые борода. Ну, спасибо. Подожди, я не разрешил. Борода странная. Никогда не видел красную бороду. Я тоже никогда не видел другую бороду, только красную. А зеленые брови, значит, видел. Тут вопросов не возникает. Дети! Нам удалось сложить почти всю карту. Нам удалось сложить почти всю карту. А тут Толь подсказал, куда нужно идти? Туда. Туда? Пошли туда. Берем Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Нет. Нет. Согласен, ну тогда карту не получим. Кем помощь ему? Нам нужно найти карту. Да, но это не так. Гарри, привет, как дела, приятель? Я не могу. Надеюсь, что ты там еще не спрятал. Он найдет книжку, может погладить с тебя. Всей нашей братьей, с этих мухих болот. Нас окружают сплошные иглы. И рожи у них такие злые новые. А ты, как всегда, торчишь в своей Англии. На остальное задвинул. Четыре книги правильно. Четыре и ищем книги. Совсем разрушен. Из всех проплешин, из всех проушин. Они выкачивают нефть и газ. По воле Бога и согласно плану. Второе. Скоро нас всех поведут на плаху. Ты захвати волшебную палку, чтобы двинуть между глаз. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то Вира, то Майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай и про нас. Не забывай и почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, я знаю, что ты услышишь. В наши края навостряя лыжи. Как мы зовем тебя здесь, ведь ты же возьмешь в дьюти-фри сингл-молд. Хоть на метле или там трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем. Под тем, чье имя мы даже не называем, хотя это Волдемор. Гарри, трибуны пусты, как видишь, фанаты уже не поднимут кипиш. Никто теперь не играет в квиддич, мы тут вымерли все почти. Маглы совсем охренели, Гарри. Мир почернел от дыма и гари. Если б ты видел все эти хари, ты бы разбил очки. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то Вира, то Майна. Так что дружище, биткоин и майня. Не забывай и про нас. Не забывай и почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, ошейник. Иногда покидай Парнас. Гарри, прощаюсь с тобой на этом.
как же сказать, как поэт, закончить одним куплетом. Вчера шел король весь крутой и гордый, и мальчик сказал, как нам найти злого волшебника. Просто пальцем покажите. Карты нашли. А там крестик. На карте крестик. Да. Где крестик? Вон. Вон крестик. Я видела еще. Я видела еще один кусочек карты с крестиком. Эй! Давайте собирать карту. Вот нет, еще карту один на столе. На столе. На столе. Что-то на много стол. Крестиков, а ни одного молика нет. Все складывается. What's up? Все складывается. I don't think he's gonna try to bite you. Unless you really mess with them. Okay. Ну, нолики, крестики. Там нету никаких ноликов, плюс только две крестика на карте. Так, дети, вы разбираете карты? В игровых картах? Карты Таро? Это ложный путь, мне кажется, нет? Ага, я нашел туалет. Я хочу в туалет как раз, да. Мы идем в туалет? Нет, это большой туалет. Нам нужен маленький. Есть большая и малая медведица. Иди в пустыню сходи. Правильно. Большая и малая медведица. Правильно. Значит, от туалета. Пойдем. Окей. Мы знаем, куда идти. Мы знаем, куда идти. Не бойтесь. А кто это у нас там в кустах? Ла, вот смотри, бахнула. Смотри. Не удали со мной, вы ничего не делаете. Зачем? Зачем ты меня проклял? Я случайно пролил на тебя суп. Я не хотел теперь. Я случайно пролил. Отключи меня обратно. Вообще. А что надо сделать? Перестало создавать. Танцевать! Мазлом! Опять что мазал? Молчи, паунга, ха-ха, три раза. А теперь... А ты не уронишь, это катотик! Ааа, я ее уронил. Что это произошло? Ты такое чудо! Диво-дивное! Вам теперь нужно сесть, собрать конфеты и дать мне сесть. Ой, А мы тебя все равно любим. Ты мой тролль. Опа, все, можно уже его разобрать на транзисторы. Эй, дай мне, дай мне немного! Дай мне немного! Эй, дай мне немного! Эй, нет! Где ты меня? Ааа! 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 Ааа!
А зверь-то? А тролик? Эй! Давай!